7 числа они будут в кафешке. С кем она была? Кто ж ее фотографировал? Может, Коля. Наверное, Коля. Пашка же работает в основном, да? Черт возьми. Пашка не компания. Ёбаный мать, что же делаешь-то? Что? Ну ты же смотри. Куда я смотреть? Вон. Я-то прямо еду, блин. Ну задницу ему чуть-чуть. Смотри, ой, тут тройное. Это трындец. Ну вообще, блин. Сдуревшие парни. Те и эти двое, да? Там три или здесь. И этот чуть, блин, нас не въехал. А чего он хотел? Я ж не видел. Ну он же поворачивает с правого ряда, блин, в наш ряд нахрен. А, въезжать. Да. Я следил за ним, я даже не видел сначала, что там. Просто смотрю, что-то как-то он как чувствовал, что он сейчас что-нибудь будет вытворять. А он, блин, и включил поворотник и поехал, как-то баба, блин. Досчитал до 5, блин, и все. До 3. Или даже до 3. И поворачивает, так и он. И я так делаю, конечно. Раз, два, три. Вперед. Не, ну я смотрю, я слышу, то конечно. Не, ну дают, ну дают, ну как-то не бедные ребятишки. Ой, блин, не дай бог, как мне их жалко всех. Ну, кто-то остановился, наверное, да? Да. Как у нас? Раз, притормозил. Как у нас из поворота тоже. Как жалко, ребят. Ну, виноваты все. Дистанцию не держали. Это уже точно.